Здравствуйте. Ой, я смотрю, тут еще ведущий. Очень странно. Мне говорили, что я буду одна. Такие галантные кавалеры. Да. Только что-то у вас с галстучками. Пионеры. Кавалеры-пионеры. Кошмар. Ой, вы, наверное, подумайте, что это за Рената с бородой? Очень просто. Чтобы не было усов видно. Вот. Ой, я недавно была в Париже. Ой, Париж. Монмартр, Пигаль. Да. Иду я по Парижу. А навстречу мне мужчина. Я ему бонжур. А он мне: «Бонжур, мадам, quel charme, je suis le conseil, voulez-vous coucher avec moi ce soir?» Боже мой, я стою и не понимаешь. Так только вы как свинья. Кошмар. А недавно в Москве пригласили поехать на какой-то остров. Ну, вы знаете, передача «Последний плебей». Вот. Подходит ко мне Дроздов. Ну, знаете, Дроздов такой постоянно с птичками, брундучками, псих какой-то. Вот и говорит: «А, Рената, а не хотели бы вы поехать со мной на остров? Мы увидели бы там различную флору, фауну, посмотрели бы, как гнездятся бакланы и веласты. А также, возможно, мы бы пронаблюдали период спаривания жуков, таких как энцефалитум Бреннан, кстати, очень редкий вид». Боже мой. На кой черт мне твои жуки? А он мне говорит: «Рената, ну ты же дура». Я дура? Да у тебя совсем митохондрии полетели. Господи, бывает же такое. И вот выхожу я на сцену, а тут ко мне навстречу какие-то зайцы. Опять, видимо, здесь Дроздов побывал. Да. Ой, как жаль, что я забыла рукоделие. Могла бы сейчас попялиться на пяльцах. Ой, кошмар, кошмар. Ой, ведущий, вы бы посмотрели, какой кутюрье, и лучше бы выбрали себе что-нибудь более эффектное, да. Вот, я приехала в Витебск, смотрю. Тут что-то происходит. Вот, ну, я знаю Витебск. Какие-то базары постоянно проходят. Чем-то торгуют, вроде бы. Вот. Ну, что хотела бы сказать. Дорогие витебчане, или витебляне, какая разница. Гости города. Улетела. Чтобы впредь мы встречались чаще, чтобы побольше было таких праздников, встреч. Да. Ну что ж, я думаю, мне пора, да? До встречи в Париже. Ваша Рената.